Лукашенко, мы не будем принимать самолеты с Украины. Закрытые авиасообщения с Белоруссией и запрет использования воздушного пространства Украины является гадким поступком, считает Лукашенко. Беларусь намерена отказаться от приема самолетов с территории Украины. Об этом заявил Александр Лукашенко во время визита во вторую городскую детскую клиническую больницу. Пишет «Беларусь сегодня». Вы видите, как гадко поступила Украина. Мы здесь, в больнице, спасаем и будем спасать людей. Люди-то ни в чем не виноваты, а они закрыли нам пролет. Но нам приходится минут 40-45 делать крюк, облетая их для того, чтобы попасть в Турцию и дальше в Египет и так далее. Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины просто не будем принимать самолеты, сказал Лукашенко. По его словам, следует создать равные условия для самолетов Белавия. Украина закрыла авиасообщение с Белоруссией 26 мая. Через 4 дня белорусскими авиалайнерам было запрещено использовать воздушное пространство Украины. Бойкотом прослужила принудительная посадка в аэропорту Минска самолета Ryanair, следующего по маршруту Афины-Вильнюс, с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем на борту. Протасевича и его спутницу задержали. Так в ЕС запретили принимать авиарейсы из Белоруссии. Какое ваше мнение? Пишите в комментариях. Спасибо всем за просмотр.